Но вы случайно не видели здесь последний кусочек пазла? Что? Нет, не видела. Очень неловко тревожить ваше грустное сиденье на земле. Но вы случайно на нем не сидите? На чем? На последнем кусочке пазла. Нет. Мне крайне неприятно беспокоить вашу печальную задумчивость. Но не затруднит ли вас провести ладошкой под вашей... чтобы удостовериться, что в ней нет последнего кусочка пазла? Здесь ничего нет. Хватит. Очень жаль. Приношу вам свои глубочайшие извинения за доставленное неудобство. Видимо, мне так и не суждено узнать, какую картину хранил этот пазл. Простите, конечно. Какая разница, что вы потеряли одну деталь? Общая картина все равно ясна. Гармония содержится в деталях. Без одной, даже самой маленькой детали картины никогда не может быть полной. Как песня не может быть полной без ноты. История без слова, а слово без буквы. Боюсь, я никогда не узнаю, какой детали не хватает моему пазлу. А может быть, твой пазл уже давно сложился, а ты еще просто его не видишь или не слышишь, Алиса? Скажите, вы слышите? Ну, конечно. Конечно, для этого нужно просто слушать. Это голоса из твоего мира. Они зовут тебя, они указывают тебе дорогу домой. Домой? Я не могу попасть домой, я застряла в стране чудес и не знаю, как ее покинуть. А зачем тебе покидать страну чудес? Ведь ты и есть страна чудес, Алиса. Я? Ну не я же. Просто позволь голосам вести тебя, Алиса. Но их так много. Я не знаю, за каким из них следовать. Ну разве ты его не слышишь? А разве ты его не слышишь? Это мой голос. Это мой голос. Это мой голос. А если это мой голос, то значит вся страна чудес это... Наконец! Кажется, ты начала постигать гармонию. Прекрасный сон, чудесный сон, как будто розовый туман плывет вокруг, и ты при нем топлен судьбой. Да, пусть этот сон уносит вдаль на век твою печаль. И радость, как скрипки в твоей улыбке, светлый сон. Мне еще столько вопросов.
Спасает крылья. Это мои мальчики. Варенье спасает крылья. Мои девочки.